Меня зовут Артем, я тренер по боксу. Вот, работаю с Шохом с недавнего времени. Вот, что могу сказать о его хороших сторонах? Это дисциплинированный очень спортсмен, всегда приходит на тренировки вовремя, тренировки не пропускает, выполняет весь тренировочный план. Вот, по качествам как боксера, это очень сильно бьющий, скоростной боксер, тактически очень сильный. Вот, из таких сторон, которые я считаю отрицательными, это, наверное, что он сильно бьет, это тоже я могу сказать, что плохая сторона, потому что очень болят руки, локтевые суставы. Вот, по ресторанам любит гулять. Вот. Планируется следующий бой примерно, наверное, в конце октября, числа в 20-х или же в начале ноября. Вот, по сопернику пока ничего не известно, ждем ответа.